я стою Ташкентская, там промышленная. Я стою сейчас вот с левой стороны, у меня это вот крепостная стена. Вот на том месте, где стою, здесь вот как раз был этот проезд, туда вот, торговые ряды направо, а слева на автостоянка. Тут вот стояли вот. Они уже все раскопали, навесы подставили, чтобы не мокли. Тут как раз видно эти бордюры, там поворот был. Тротуарчик тут шел. Да, тут тоже вот здесь вот с краю стояли. Вот там она, автостанция, ее снесли, сносят. Ну и тут вот такую вот построили башню. Ворота. Две башни и ворота. Ступеньки тут вот, тут все так красиво, все заброшено тут. Ступеньки все их переломали. Ну, сейчас, наверное, попробую снять. Не упаду. Так небрежно отнесли, что вроде бы делают все, думают, денежки тратят. Вот. Такое отношение, не говоря уже об истории, как говорится, сейчас современная уже тут. Предполагается, что за этим забором, наверное, поставят этот. Сейчас сильный ветер, поэтому комментировать тоже вы, наверное, не услышите. Ветер очень сильный. Меня с ног сдувает.
Ну вот так, дорогие земляки.